Начиналось все с двух коров и клочка земли, а получилась небольшая ферма. В семье Нарекаевых из Нового Батако хозяйством занимаются все. Из молока делают сыр и со временем планируют расширить производство. Для этого фермерам необходима господдержка. Готовы ли помочь в Республиканском министерстве сельского хозяйства, выяснил наш корреспондент Алексей Смагин. Построить ферму с нуля, даже небольшую, дело не из легких. Но Надару Нарекаеву из селения Новый Батако оказалось под силу. Главное – работать упорно и с охотой. Сейчас в хлеву у Надара стоит почти два десятка коров. По хозяйству помогает вся семья. Вместе бываем здесь, доим коров. Жена, отвезем молоко там, делаем сыр. Масло тоже делали летом. Наша съемочная группа как раз застала процесс производства настоящего домашнего сыра. Своими руками его делает жена фермера Ольга. Вот так я делаю сыр. Добавляю желудок, смешиваю и начинаю потихоньку собирать руками сырную массу. И когда собирается комок сыра, достаю его. Сейчас молока мало, на дворе декабрь. Чтобы сохранять объемы семейного производства, надо расширяться. Как минимум построить второй ряд стойл в хлеву. Помогли бы 700 тысяч рублей. Нодар и его семья построили ферму сами, без какой-либо поддержки республиканских властей. Хотят расширяться и дальше, но на это у них сейчас попросту нет денег. Поэтому дополнительная финансовая поддержка абсолютно бы не помешала. В профильном ведомстве заверяют, господдержка предусмотрена. Нужна только активная позиция сельхозпроизводителя. В Министерстве сельского хозяйства готовы проконсультировать, помочь написать заявку и поддерживать во время участия в программе. В рамках государственной программы развития сельского хозяйства существует три программы ведомственные. Это программа поддержки начинающих фермеров, программа развития семейных животноводческих ферм и программа, по которой выдаются гранты на развитие кооперации. Специалисты министерства настаивают, производители сельхозпродукции должны использовать все возможности, которые предоставляет государство. Развивать свое дело можно и даже нужно, опираясь на господдержку. Алексей Смагин, Николас Джоев, Али Каджаев, Игорь Войцеховский. Новости Осетии.